Ну все, Микки, теперь это твой гелик. Заходим, не стесняемся. Да стой, Микки, блин, что тут такого? Я ж случайно, это я тебе построил целый гелик. Отстань, иди отсюда. Микки, иди отсюда. Ай, блин, зачем кусаться? Иди отсюда, Микки, все, все. Короче говоря, построил гелик для злого пса. Это был выходной, я как обычно сидел на полу и смотрел в стену. Блин, надоело смотреть в стену. Чем бы еще полезным заняться? Может пойти комменты на ютубе почитать? Так, что тут у нас подписчики пишут? Постройте уже гелик для Микки, иначе она вас скушает. А как же гелик? Стройте гелик, гелик для злого пса. Я тоже за гелик. Строим гелик для Микки, строим Гелендваген. Микки должна ездить на гелике, иначе она тебя сожрет. Но это правда. Построй гелик, но только не из картона, иначе он развалится. Да блин, ребят, вы что, сгорелись? Какой гелик? У меня нету на это времени. Через 10 дней в школу мне задали написать сочинение, как я провел лето. Я не успею все это сделать. Короче, харе читать комменты, начну писать сочинение. И тут я понял, что за все лето я даже ни разу не вышел с дома. Я все время смотрел YouTube и играл в игры. Так, ладно, запишу пока что просто, как я провел лето, а там уже дальше что-то придумаю. В общем, я придумал, я напишу просто. Я сидел дома и смотрел YouTube. Так, ну как-то маловато получается для сочинения. Что я еще делал летом, нужно подумать. Так, ходил в магазин, играл в игры, смотрел YouTube. Так, опять комменты эти, кто это там написал? И опять за этот гелик. Построй гелик, крыса. Что-то знакомый почерк. Вы только посмотрите на имя. Микки Пики. Чего? Не понял, это ты что ли писала? Строй гелик, крыса. Микки, ты понимаешь, я занят. Мне через 10 дней в школу мне задали писать сочинение. Все со своим геликом, у меня времени нету. Да ты можешь рычать сколько хочешь, не буду я ничего делать. Все, давай, пока. Блин, гелик, 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 сколько можно? Кто за меня сочинение напишет? Ютуб, что ли? Так, ну продолжаем. Да блин, ну сколько можно, Микки, ты дашь мне написать? Ладно, ладно, все, построю я тебе гелик, только отстань от меня. Короче, я решил сильно не париться. Я посмотрел в интернете, как строят гелики. Нам нужен маркер и нам нужен нож. И все, через минуту гелик готов. Вырезаем окно. Добавляем значок Мерседеса. Добавляем надпись «Гелик». Это чтоб все видели, что злой пес ездит на гелике, а не на каком-то корыте. Добавляем топовые диски 20 размера. Добавляем заднее окно и для красоты поставим сюда какой-нибудь домашний цветок давайте. Самое главное сделать номера 3 семерки. Топовые фары, 3 семерки впереди. Тонировка, чтоб не было видно Микину наглую рожу. Ну все, 30 секунд и гелик готов. Не зря я 8 лет работал в Мерседесе. Ну все, Микки, гелик готов, все как ты хотела. Номера 3 семерки, я их еле достал, кстати. Надпись гелик, значок Мерседеса, все как ты хотела. Ну спасибо. О, это первое Микино спасибо, давайте поставим лайк за это. Слушай, может дашь доехать до кухни? А, тебе понравился гелик, понимаю. Заходи, заходи, иди. Походу маловат гелик получился, даже охрана сюда не поместится. А это точно гелик? Да это точно гелик, заходи. Иди, заходи сюда. Заходи, заходи. Давай, не стесняйся, это твой гелик. О, ну нормально, ну такие гелики у всех, так все ездят. Микки, я ж не виноват. Это такие гелики. Засовывай жопу сюда чуть-чуть. Ну все, отлично, сейчас ты на нем и прокатишься сразу. Ну все, погоняло, давай паркуемся. Я не верю, что это гелик. Так когда я тебя обманывал? Это настоящий гелик. Сейчас я это докажу. За сегодня обманул 6 раз уже. Микки, ну это точно не обман. Это настоящий гелик. На таких все ездят. Все блогеры, все звезды. Сейчас я тебе это докажу. Посмотри, вот точно такой гелик, как у тебя, у Влада А4. На, смотри, а ты не верила. Ну окей. Смотри дальше. Даже у Егора Крида такой же гелик. На. А ты мне не веришь. Да и Моргенштерн на точно таком же ездит, Микки, на, посмотри. У всех такие гелики, чё ты переживаешь? Я тебе серьезно говорю. Вот, смотри. Ладно, верю, но проверю. Тут я понял, это был мой самый легкий обман Микки. И я решил ее сразу же тут и разыграть. Я ее пофоткаю сейчас на этом гелике и выставлю в Инстаграм. Слушай, Микки, а давай я тебя сейчас пофоткаю на этом новом гелике и выставишь фотки в Инстаграм. Напишешь, что купила новую тачку за 10 миллионов. Вообще, фотки суперские получаются, ну-ка. Так, улыбнись. Еще улыбнись. Вообще супер. Когда увидят фотки, тебе все будут завидовать, то что ты на новом гелике за 10 миллионов. Супер. Ну ладно, Микки, паркуйся в свой гараж, а я, наверное, пойду сочинение допишу и фотки в Инстаграм выставлю. Все, давай, только сильно тут не гоняй. Я сел дописывать сочинение.
Я вспомнил еще пару интересных моментов, которые были летом. Один раз я все-таки выходил на улицу. Я прошел вокруг дома и зашел обратно домой. Попил воды. Так, что еще интересненького было? Хотя что может быть интереснее, чем пить воду и ходить вокруг дома? Да блин, сколько можно гавкать? Что она мне не дает дописать это сочинение? Пойду проверю, что она там делает. Блин, Микки, ты что творишь? Зачем ты уничтожила гелик? Зачем ты это сделала? Как мы теперь его отремонтируем? Я его так долго строил. Микки, блин. Его теперь только на помойку выкинуть. Не понимаю, зачем ты это сделала? Ну все, его не отремонтируешь. На помойку. Ты обманул меня, крыса. То в смысле обманул? А, ты типа нашла в интернете гелик? Да нет, Микки, это не гелик. Это просто корыто какое-то. Настоящий гелик у тебя. Это не гелик, Микки, запомни. Это Жигуль ржавый. А вот это настоящий гелик, ну ты его уже сломала, так что я не знаю, что теперь делать. Гони гелик, козлина, или тебе хана. Ладно, ладно, стой, давай договоримся. Я тебе построю новый гелик, а ты отдашь мне свой велик, как тебе? С крысами не договариваюсь. Сама ты крыса, строй себе этот гелик сама. Зря ты это сказал, иди сюда. Ну все, стоп, стоп, хре ругаться. Я построю тебе новый гелик, а этот заберу себе. Теперь это твой гелик. Заходим, не стесняемся. Да это точно твой, все, заходи. Тут нету обмана. Микки очень сильно стеснялась принимать такой подарок. Она думала, что я ее обманываю. Правда мой? Да, да, правда. Теперь его никто не заберет. Это только твой гелик. Все, самый настоящий гелик. Короче, я решил помочь Микки. Я ее, наверное, подсажу. Возможно, он слишком высокий для нее. И нужно будет сделать ступеньки. Ну все, ребят, смотрите. Все, как вы просили. Все, как Микки просила. Гелик готов. Я думаю, за это лайк можно поставить. И еще чуть не забыл. У каждого водителя гелика должны быть такие штуки. А тем более у Микки. Для начала положим ей ее любимый ножичек. Потом вот такую пушку. Такую пушку. Ну все, теперь точно гелик готов. Микки настоящий водитель гелика. Только осталось права еще купить. Хотя нет, зачем ей права? Не нужно, я твои заберу. Сейчас попробуем загнать первый раз гелик в гараж, посмотрим, поместится он или нет. Ой, Микки, ты куда? Так, все, стоп, 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 не боись, ремонт я оплачу. Все под контролем, Микки, успокойся. Кстати, ребят, давайте если наберем 50к лайков под этим видео, то я этот гелик спалю как Литвин, а Микки куплю BMW. Если вы хотите это увидеть, то погнали ставить лайки, это будет очень круто. Давайте, лайк, лайк, лайк. Кстати, Микки, тут еще такое дело, я забыл тебе сказать. Я залил твои фотки со старым геликом в инсту, и там уже 200 лайков почти. Вот, посмотри, это случайно вышло, я не виноват, я не хотел этого делать. Там все с тебя смеются, что-то, я не знаю, я просто написал, что ты купила новую модель гелика за 10 миллионов, что тут такого, Микки, блин. Да стой, Микки, блин, что тут такого, я ж случайно, это я тебе построил целый гелик, отстань, иди отсюда, Микки, иди отсюда. Ай, блин, зачем кусаться, иди отсюда, Микки, все, все. Ну все, 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 Микки, остановись, давай договоримся. Я удалю эти фотки прямо при тебе, прямо сейчас. Дай мне только выйти со своего гаража,
Сейчас я все удалю, 5 секунд. Это все легко делать, там еще никто не увидел. Там всего лишь было 180 лайков за 10 минут. О, а уже 209. Короче, я не буду ничего удалять, на, смотри. Зря ты это сделал, крыса. Подожди, стой, не выключай видео. Сейчас у нас проходит розыгрыш на вот такой вот чехол с Микки. Тебе нужно просто посчитать, сколько раз я сказал Микки за это видео и написать комменты. И ты автоматически становишься участником. Чехол сделаю на любой телефон.